Я не знаю, где потому что там, ну, чтобы понимать, обычно там три человека снимают, а потом блин, а потом намотаешь его. Сейчас смотри. Мы вторую часть сделаем и потом все берем. Берем правый прямой, оставляем один раз, и вот как ставим. Верни год. Вот это вот. Собираешь назад сейчас. Ну, да, видишь, плечо сюда. Вот так вот сделаешь. Да. Так. Тебе нужно вот на этом рейк. Вот
зеркало тебе напротив. Нам нужно прямое движение, а не боковое. Поэтому ты сейчас вот стоишь, да? Видишь, баланс потерялся. Чуть-чуть вперед присядь. Ну что, семейные читать. И Таняшка, и Качказава. Давай теперь 13. Раз, два. О, браво, прямой. Идеальный диагноз, чтобы вот так вот была. Но, то есть, может быть, все зависит от головы, то есть, от места, куда ты будешь. Она может быть вот так, то есть, если чтобы хочу ниже, он может быть вот так, если чуть подальше, то может быть вот такой вот. Такой, ты старайся забыть, это со временем, я от тебя не требую такого. Мы только больше с тобой оно реально уже зимой одежки надоело. Thank you.
Thank you.
будешь ежик, когда в пресс будешь качать, да? Хорошо, да, тебе нужно будет сейчас мяч. Что будешь делать? Ты лежишь? Раз,
Хорошо. Виталий Джон.